На всей территории Верхневолжья введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 14 июля. Соответствующий приказ подписан министром лесного хозяйства Тверской области. Запрет на походы и въезд в тверские леса связан с введением особого противопожарного режима в регионе, который будет действовать до 2 августа. Отделу охраны и защиты леса управления лесами Минсельхоза региона поручено вести мониторинг класса пожарной опасности в лесах Тверской области. Сотрудники лесничеств должны обеспечивать наземное патрулирование в лесах, установку шлагбаумов, ограничивающих доступ в леса, аншлагов с информацией об ограничениях и о правилах пожарной безопасности. А граждан призывают ответственно относиться к организации своего отдыха и соблюдать правила, которые позволят максимально сократить риск возникновения возгораний.